Формула V-Line 2055W. Стильный ATX-корпус в белом цвете и с функцией управления подсветки вентиляторов. Корпус поставляется в комплекте с одним предустановленным вентилятором, набором крепежа и без блока питания. Данная модель относится к классу Midi Tower и имеет внешние размеры 48 на 42 на 20 см, вес чуть менее 5 кг. Шасси корпуса выполнено из стали толщиной 0,6 мм. Передняя панель изготовлена из пластика, а левая боковая панель – из закаленного стекла. Данный корпус оснащен управляемой RGB-подсветкой. Она встроена в лицевую панель и штатный вентилятор, который установлен сзади и работает на выдувание. Управление подсветкой осуществляется с помощью кнопки на лицевой панели сверху. Рядом с ней кнопка питания, индикаторы работы, пара аудиопортов, а также три USB-входа, один из которых высокоскоростной стандарта 3.0. Верхняя часть корпуса защищена пылевым фильтром, который фиксируется с помощью мягких магнитных лент. Под фильтром расположены места для установки двух опциональных вентиляторов диаметром 12 см. Теперь посмотрим на корпус изнутри. Блок питания устанавливается снизу. Он отделен кожухом от остальных компонентов системы, и снизу установлена металлическая сетка, выполняющая роль пылевого фильтра. На поддоне материнской платы имеется большое окно в области бэкплейта сокета на материнской плате для удобной установки процессорного кулера, а также маленькие окошки для кабель-менеджмента. На передней панели можно установить еще три дополнительных вентилятора. А что касается накопителей, то рядом с блоком питания имеется съемная корзина, которая вмещает два жестких диска формата 3,5 дюйма. Также предусмотрена возможность установки двух накопителей формата 2,5 дюйма. Наконец, поговорим о совместимости с комплектующими. В данный корпус можно установить материнскую плату форм-фактора ATX и меньше, видеокарту длиной до 345 мм и процессорный кулер высотой до 160 мм.